Количество укушенных клещами жителей города и края продолжает расти. Очередные случаи укусов зафиксированы на островах Русские и Реники, в районе бухты Лазурной на Шамаре, в Снеговой Паде и на станции «Спутник». Специалисты предупреждают, Приморский край – территория повышенной опасности. Вероятность вернуться с отдыха или даже с очередной прогулки в черте города и обнаружить на себе клеща достаточно велика. Эндемичные практически все районы по клещевому энцефалиту, по клещевым инфекциям, так скажем, потому что их много, различных клещевых инфекций. Поэтому против клещевого энцефалита у нас есть надежное средство – это вакцинация, о которой нужно позаботиться еще осенью. А что делать тем, кто пренебрег прививкой от клещевого энцефалита? Во-первых, нельзя забывать об элементарных мерах безопасности. Желательно закрывать доступ к коже и одежде. Также специалисты советуют надевать светлые вещи, так легче заметить опасных насекомых. Осматривать себя нужно каждые 30 минут и использовать соответствующие репелленты. Чем быстрее обнаружится клещ, тем меньше шансов заразиться. Если вредитель все же впился в кожу, удалить его можно в медучреждении. После чего следует отвезти его в лабораторию и проверить, не является ли он носителем опасного заболевания. Достаточно много клещевых инфекций существует, но, так сказать, вот наиболее часто у нас на территории Приморского края регистрируется клещевой боррелиоз, клещевой рикетсиоз, причем уровень заболеваемости в 1,5-2 раза превышает показатель Российской Федерации. То, что касается клещевого энцефалита, то заболеваемость клещевым энцефалитом, показатель заболеваемости на уровне Российской Федерации, но для Приморского края характерно более, так сказать, большее количество так называемых тяжелых форм заболевания. Практически все территории Приморья опасны в отношении распространения клещами энцефалита, а возможность передачи вируса человеку сохраняется из-за особенностей климата дольше, чем в других регионах – около 200 дней. Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением головного мозга или оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного. Уже зарегистрированы 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом у жителей Яковлевского, Надеждинского, Тернейского и Кавалеровского районов, а также города Спасск-Дальний. Все пострадавшие от укусов зараженных клещей вакцинацию против вируса не проходили. Боррелиоз зарегистрирован у 23 человек, пятеро из которых дети, а клещевой рикетсиоз обнаружен у 5 человек. По сравнению с предыдущим годом количество зафиксированных укусов уменьшилось на 8%, но специалисты радоваться не спешат. Сезон продолжается. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.